Подготовку к предстоящему пожароопасному сезону обсудили в ходе прошедшей в правительстве региона комиссии по чрезвычайным ситуациям. Так, рассматривая итоги прошлого года, выяснилось, что далеко не все муниципальные образования автономии в должной мере подошли к обеспечению противопожарной безопасности, не приняли все необходимые для этого меры. В связи с этим губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн поставил задачу исправить ситуацию и отработать в этом году в соответствии со всеми правилами и требованиями. В ближайшие полтора месяца, да, до наступления пожароопасного периода, произвести все необходимые работы. У кого-то есть возражения? Особенно касается Исмедовического района, постоянно, да, который у нас горит, Биробиджанского района. Город Биробиджан говорит, что вообще ничего не делается. Большая часть пожаров в 2023 году произошла на открытых территориях. По большей мере это связано с несвоевременной уборкой мусора и сухой растительности. Также отмечается неудовлетворительная организация минерализованных полос, которые либо отсутствовали, либо были уже положенных нормативов. В населенных пунктах автономии фиксируется недостаточное количество, неисправное состояние или полное отсутствие источников наружного водоснабжения. Обращается внимание и на формальный подход к исполнению своих обязанностей некоторыми надзорными органами и службами. Попрошу исполнителям при представлении информации об исполнении решения указывать количественные показатели и результаты своей работы, а не формально писать о том, что мероприятия спланированы, выполняются, проводятся. Всего же в 2023 году на территории ЕАО зарегистрировано 1269 пожаров. Их количество по сравнению с предыдущим периодом выросло на 19%. Растет и статистика трагических случаев. В прошлом году от огня и последствий возгораний погибло 19 человек. Андрей Кирюшин, Денис Листюхин, Новости 21.